вид колотить ты крутой. Так, надо не забывать, что мы этот, берем это тело и потом тоже хилимся, тоже две фазы делаем. Это надо не забывать, это очень крутая фишка. Забираем, забираем. Пляшка, полежи, братан. Я офигею, мужики, я 10 баллов ставлю в этой игре. Это просто развал кабинетов. Эта постановка боя, как надо тут действовать, вот это вот окаменение, это просто зашибись. Да. Ты чё, говно, а? В себя, что ли, поверил? Я здесь работаю. Положи его, я тебе сказал. Не, это просто же... Это я не знаю, это просто офигеть, как выглядит. Сейчас я его засеку, пацаны. Сейчас будет просто эпик. Смотри, смотри, смотри. Идеальный момент. Мой выход. Слышь, ты говнарь. Я говорю, ты. Ты не понял, я тебе сказал. Ляж, пока я здесь работаю. Жопа ты квадратная. Давай третью фазу. Хорош. Как же он забурился. Я просто дико кайфую. Блин, это же... Это взрывает мой мозг. Охренеть. По-моему, только красный, когда идет, вроде бы урон не проходит. Используйте, чтобы получить от света. Не, ну вы видали? Он сначала меня убил, а потом я просто все адаптировался, там спарировал, тут зажал, тут с двух ударов его. Охренеть. Ну, это просто жесть. Давай-ка его. Сейчас он жадно будет пить. Ага, хрен там. Пол хп сразу просто. Говорит, какие тебе эти пить-то, ё-моё. Хрена себе заход к боссу, просто пол хп сразу. Интересное решение. Кто ты, гладиатор? Ты думаешь, что ты меня заберешь? Ядрить, там два в одном. Иди сюда. Я просто влетаю к нему сразу. Закрылся? А там мелкий стреляет. Офигеть.
Хрена себе ты выдумал. Иди сюда! Сюда подойди! Ах ты, щенок, убежал! Ты что, такого думал, я тебя не найду? А? Ну это будет сейчас вторая фаза, 100%. Мелкий отлетел. Роднулька, как ты? Живи! Тут прям мясо, тут мне боевка это нравится. Здесь прям это... Прям как за гаражами, просто рубил его. Не, это вторая фаза сейчас будет. Он тут прям с ума сходит. Спокойно, спокойно. Не шуми. Ладно, я использую имбу. Сюда! Поднимайся! Когда с тобой воин дерется. Это все! Врежь мне нормально. Сюда! Сюда, я сказал! Лежать! Ты чё, скотина, а? На меня? Лез. Упал, когда батя здесь. Фух. Просто засекачили мужика и все. Вот так вот просто. Не, это прям топ-ган вообще. Хорошо. Босса просто разнесли, как молодого. Ядрить, тут еще какая-то кижла вылезла. Посмотри на него. Это мое теперь. Я тут хпшки с ним установлю немножко. Григорий Григорьевич, сейчас он, смотри, лечит уже там прям пипец. Да не реви ты, сейчас поговорим с тобой. Вон у меня акт плюс 7 написано. Я просто так-то на имбе. Ты как бы чей снайпер тоже тут. Лежать!
Сюда пришел воин. Бучара здесь. Как тебе игра? Да, эпик вообще. Да, ему надо шайбу кинуть. Не, ну Босяра, конечно, уворачивается хорошо. Интересный пацан. И соус-лайков? Да все уже переиграли. Ну, единственное, там Сурж второй еще можно поиграть. А так вроде все попереиграли уже. Если могу ли я запарировать эту атаку? Блин, он меня уже выбил. Пэри прям очень выгодно делать. Во-первых, я устанавливаю ХП. Второе, то, что он падает на жопу, я ему еще накидываю город. Блин, пипец, у него это дамажит всю карту, да, этот лед? Субтитры сделал DimaTorzok.
Блин, да куда тут бежать-то, ё-моё? Я мог как-то давай. Ядрить, колотить, фига себе, босс. Тьфу ты, ёпарас, это... Бубродку, грымс, грымс. Охренеть, вот это босяра, блин. Просто какой-то сопле забрал. Офигеть, офигеть. Не, это вот это реально был сложный босс. Музло это... Фу, блин, ё-моё. На последних, я даже когда мне должен был урон получить, я сразу нажал ульт, чтобы просто стоять. После заморозки, чтобы он меня не дамажил. Чисто на нулях вывезли. Иди сюда. Достань, это моё. Теперь это моё. У меня обычные атаки вообще есть? Ну все атаки, блин, не парируем. Этот мужик наваливает.
Да он хорош, хорош, хорош. Я не могу спарировать. Он может со всеми оружиями будет вообще. У меня все атаки не парированы. Я не хочу спарировать, у него такой бзинь, бзинь, бзинь. На. Фу ты, блин. Все, мужичок, ты ушел в болото.
Можно ли там парировать или нет? Можно, этот удар, по идее, можно скорировать. Хорошо. От правой руки вроде можно парировать. Ну, точнее, правую. Надеюсь, тут МГ плюс есть вообще? Мужики просто бегут мимо, блин. Ну а что там? Блин, ну надо казино остановился как бы прилично. Половину. Вылазь. Казадоев, блин. Но зато у меня вон плюс 11 урона набили. Сейчас посмотрим, сколько я буду накидывать ему. Это что такое? Ты ж, блин, бомжар, успели. Да ты серьезно, блин? А тут от моей уходит, хотя бы.
Я спарировал, меня волнуюсь было. Да ты не оборзел там, блин, сдувать меня. Все, пацаны, закончили. Я не дотянулся. Лежать. Этот миг не раз приходил ко мне. Вижу я твое вознесение. Ну с этим мечом, да, полегче. Какое спать, Ленки? Сейчас начинается самое вкусное. Сейчас начинается этот, как его. Будем пробовать рогалик в этой игре. Извлечь железо. После изучения терминации вы получите возможность вознестись. Вознестись станет завершением вашего пути в мире смертных. После вознесения вы вернетесь в Фолгрим в режиме новой игры с бонусами. С бонусами? Если вы решите оказаться в Вознесении, данные вашей сохранения станции не тронуты. Вы сможете продолжить игру в Фолгрим. Офигеть. Нет, давайте мы не будем возноситься, да? Пока не будем на НГ+. За мной приехали. Блин, крутая игра. Вообще крутая.